31 июля в очередной раз дети Донецкой Народной Республики отправились на отдых в Крым. Руководство ДНР в летний период планирует оздоровить 12 тысяч детей, из них 8 тысяч в учреждениях оздоровления Крыма. На территории ДНР также подготовлен центр оздоровления, который примет 300 ребят. В первую очередь на оздоровление отправляются дети льготных категорий, сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Отдых на берегу Черного моря продлится 21 день. Расскажи, куда ты едешь? Я еду в Крым на отдых в детский лагерь оздоровительный. Он называется «Дельфин». Вот. Там море черное, насколько я знаю. Надеюсь, мне очень понравится. Вот. Я долго ждала этого дня. На сколько дней ты едешь? На 21 день. Ну, это почти 3 недели. Вот. Ты рада, что вам предоставили такую возможность? Да, очень рада. Безумно рада. Сейчас даже не ожидала этого. Без родителей? Да, без родителей. Но со мной есть моя лучшая подруга. Ее зовут Камила. И я думаю, нам будет вместе намного лучше. Вдвоем намного лучше, чем одной. Как заявляли ранее в Минобороны, все автобусы с отдыхающими в летний период будут сопровождать сотрудники полиции. Дарья Черничная, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ.